В очередной раз мы встречаемся на эндофесте, уже 9-й по счету большой праздник хирургии. Как известно, без технологий сегодняшние современные хирурги практически не могут, особенно лапароскопические хирурги. Компания Karl Storz, на мой взгляд, дает массу возможностей и представляет самые современные технологии в эндоскопической, лапароскопической хирургии. Это и возможности визуализации в инфракрасном спектре с точки зрения кровоснабжения и различных вариантов локализации лимфоузлов при онкологических заболеваниях. Такие компании, как Karl Storz, они помогают нам в работе и помогают нам быть лучше и быть эффективнее для наших пациентов. Рад приветствовать вас на очередном 9-м фестивале эндохирургии, задающем очередную планку академической программы, уровня научных докладов, ну и технического оснащения. Насколько было заметно, большинство трансляций идут из операционных, где установлено оборудование трансляционное Karl Storz. Сегодня я убежден, что ни одно образовательное мероприятие не может быть без живой хирургии. И живая хирургия, которая выполняется на месте у экспертов, в его родной операционной, это дополнительная гарантия безопасности для наших пациентов. Я очень рад быть приглашенным на очередной фестиваль эндофеста «Хирургия как искусство». На этом мероприятии мы будем выступать немножко с других позиций и рассматривать хирургию не как искусство все-таки, а как стратегию безопасности. Karl Storz является как раз флагманом безопасности, потому что длительное время на рынке существуют отработанные, отточенные технологии, что позволяет делать операции быстро, качественно и, самое главное, безопасно. Прошла бариатрическая сессия, где мы обсудили переход с степленных швов на ручные анастомозы. Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать на таком замечательном мероприятии, как Эндофест. Это шикарная возможность познакомиться с новыми технологиями в эндохирургии, а также познакомиться с новыми замечательными людьми и представить свой доклад. Данное мероприятие произвело большое впечатление, потому что очень много высококвалифицированных специалистов. Те средства и возможности, которые идут в совершенствование эндоскопии, в частности, вот я хочу сказать большое спасибо, потому что это то, что нужно внедрять непосредственно в организацию лечебную, медицинской организации, и хочу сказать спасибо.